Почти 30 лет она на ивановской сцене. 15 апреля пройдет бенефис актрисы драматического театра Светланы Басовой. На юбилей заслуженной артистки России выпадает спектакль «День города». Зрители ждет отличное настроение и, конечно, непревзойденная игра актрисы. Ее знают все, кто хоть раз бывал в драмтеатре. Она буквально заражает зрителя своей энергией. За хрупкими плечами этой женщины более 60 ролей, и можно с уверенностью сказать, что каждую она не просто сыграла, а прожила. У каждого, наверное, артиста есть вот такой спектакль в репертуаре. Там из 10 один, где он его всегда ждет. Вот поскорее бы вот он был, потому что ты там как-то по-особому, может быть, трудишься. Хотя мы всегда трудимся, честно. Но, на мой взгляд, не важно, сколько тебе лет, важно, сколько там у тебя внутри. Я, честно говоря, этого груза как бы лет не чувствую.